The meaningless war makes no sense even for those Russian soldiers who stand on the front. They see no purpose and no real reason to be there. You'll hear one of such soldiers in the intercepted phone call right now. Никуда вас не перебросили. Так в этой деревушке. Так будем пока здесь. Крыша едет уже. Сегодня к нам поехал. Полкан, короче. Сказал, типа, нихуя, никто домой не поедет. Запутанный воротник, нахуй, пока вся эта хрень не кончится. Ну, понятно, ебать, нахуй. И это, второй, третий батальон, который в Коврове сидит, их домой, нахуй, спускают. Их даже менять не хотят, например, нас, нахуй. Интересно. Ну, ты самой, ну, ты же говорил, в Херсонской. В Харьковской. А, уже в Харьков. Ну, а чё хоть за деревушка-то? Или нельзя? Мы были сначала в Токаревке, мы сейчас в другой деревне. Я тебе говорю, у нас через, грубо говоря, 200-300 метров хохлы сидят. Да, у вас тоже сегодня вопрос вообще, за кого нахуй воюем? Вообще чё воюем, для кого нахуй? А тут он вообще ажиотаж, не знаю, может у вас тоже просочился это по всем каналам, по всем новостям. Ну, короче, это, хохлы обложили дом тоже. Парни наши сдались. Ну, все, вы же прям показали же, вы выходили же, все снято. 10 человек положили, и их затылок всех, нахуй. Да и сейчас, где вот мы, тебе говорю, мы стоим, вообще, не понимаем смысл то, что мы здесь. Здесь, по сути, работает только техника, Ну, одна артиллерия, Конечно, что тут, вот так изредка вот что-то бывает, нахуй. Вот, перебью. Круглым с Антоном стояли, нахуй. Круг, говорит, тоже, как ты рассказывал, нахуй. Деревня вся брошена, нахуй. Жирность гуляет сам по себе во дворах. Ну, жителей почти что нету, говорит. Тоже полный хаты, говорит, с оленей, хуеней, блядь. Курятина, говорит, утятина, нахуй. На подножном корму, как говорится. Ну, я понял. Не надо ни сухпаев, ни хуй. У нас и нет, не дают этих сухпаев. The number of Russians who expecting something good to happen in their country is constantly shrinking. All they see is bad news and even worse predictions, one of which you'll hear in the next interception. Как у тебя дела, расскажи мне. Да ничего, я ездил в госпиталь. Угу. Ну что, там спина болит, голова болит, говорю, блядь. Угу. Почки болят, ну короче, ничего не устраивает их, блядь. Посмотрел, блядь, 3 укола, блядь, сделал, нахуй. Ну. Я имею в виду 3 дня. Покололи, блядь, с собой дали 3 укола еще, блядь, диклофенак. Говорит, все, ехай, блядь, на позицию. Ну и... Понятно. И, блядь, я попытался поспорить, блядь, он мне лекцию прочитал, говорит, блядь, ты понимаешь, блядь, твой организм адаптировался уже ко всему, блядь, ко всем этим хуевым условиям, блядь. А, блядь, пришел мне тут нойз, блядь, короче, ну, говорит, отсюда уезжают инфаркт, инсульт и пневмония. Ну, так сейчас тишина? Да нет. Нет, все так же продолжается. Нет. Ну что, я даже не знаю вообще, какая-то жопа происходит. Ничего абсолютно, никаких новостей, ничего. Ни по телевизору, ни в интернете. Да. Вообще, мне прислали статью. Последний раз было у них там заседание, ну, в Кремле. По поводу войны, Минобороны. И потом мне там знакомые прислали статью, что после Нового года будет опять мобилизация. 1 000 000 хотят набрать, и 300 тысяч женщин из них будут. В общем, уже будет всеобщая мобилизация. Наверное, до последнего россиянина, пока он всех не угробит. Все может быть. Даже вот пишут, что расстреливают ребят, кто отказывается идти. Ну, это, конечно же, все не афишируют, а кому удается выбраться оттуда, тот говорит, что да, есть и такое. А что, война все спишет? Где там чего случилось? Вообще ужас, ужас. Like and comment will help a lot to boost this video on YouTube. Thank you for this and for watching this video till the end. I'm looking forward to seeing you again, and goodbye to you all.